Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Groove Tower. Так, баги пофиксены, окей. Так, смотрите, ребята, у меня какой-то чувачок тут стоит. Это наш замок, я так понимаю, это типа игры Tower Defense. А как начать? Первая волна. Вау. Ой-ой-ой, сколько тут много слизней. Давай-давай-давай-давай-давай, они бомбят мне. Так, тап-тап, что такое, Виктори? Победа? Так, ладно, level up. Ну, я понял, так, секунду. Так, построить башню. Ну, давай построим, например, башню. Так. Или мы ее улучшили просто-напросто. Как-то, ребята, игра так резко началась. Без всяких объяснений. Я должен сюда кликнуть и, видимо, что-то выставить. Так или нет? Гайд игровой прошел. Ага, вот. Ставим, ребята, с вами какую-то баллисту, пушку. Прокачиваем ее до 4 уровня. Ну что же, поехали. Волна 2. Такое ощущение, что, ребят, как будто у нас на ускорении игра идет, да? Или так и должно быть? Тап-тап-тап, все, я собрал. Так, ревер, 2000 голды, 2 древесинки, там еще что-то. Мы можем с вами, смотрите-ка, ребята, улучшить себе ворота, либо нанять лучника. Ну-ка, как это будет выглядеть? Ах, вот, видите, да? На замке у нас уже 2 лучника. 3, 4, вот, 6 лучничков. И давайте, наверное, вот так вот сделаем. Погоди-ка. Да, ребята, укрепились. Тут еще таланты есть. Ёлки-палки. Что мы можем с вами, например, сделать лучнику? Ничего, да, пока не можем, по ходу дела. Потому что у него первый уровень. Ладно, хорошо, ребята. Так, давайте, третья волна у нас. Ёлки-палки, тут с каждым разом все круче и круче. Все сильнее и сильнее враг. Так, тапаемся, тапаемся. Смотрите, внизу мы что-то сами собираем, копим, я пока не знаю, что. Я так понимаю, что это еще, ребята, идет обучение. Так, давай-ка я еще лучников прикуплю. Все, это... это максимальное количество, да, по ходу дела. Так, броня. Мы можем улучшить броню нашим лучникам. Вау, они, смотрите, ребята, с простенького лукаря до дьявольского лучника могут сделаться. Ну это что, обязательно, что ли, за рекламу все это делать? А так нельзя прапаться? Так, таланты мне дадут хоть что-нибудь, хоть... хоть что-нибудь тут. Вот, ребят, смотрите-ка. 5% к дамагу огнем. Хм. Ладно, это у нас какая? У нас такой башни-то, по-моему, и нету. Выучил. Ладно, ребят, четвертая волна, погнали. Как же у тебя долго копится-то вот этот вот удар-то? Но он зато мощный, ребята. Он мощный этот удар, вы сами-то посмотрите. Опять победа. Все как-то изейше тут у нас начинается, да, и продолжается. Так, игровой... гайд, опять же. Так, у меня есть рюкзак. Можем открыть с вами какой-то деревянный обычный ящик. Ну и что же нам отсюда выпадет? Так, рубины и сапфиры. Интересно, а для чего они? Так, можно их объединить. Угу. Так, и что теперь? Так, это 5% к дамагу метеоритной башни и 5% к дамагу из пушки. Хорошо, это мне вот сюда надо выставлять, да? Ясно. Тогда давай вот эти вот гемы тоже объединим. Я так понимаю, во, вот так это работает. А что он делает-то? Ага, он уже 8% к заморозке. Ну, башня замораживающая. И к ледяной пушке. Единственное, что мне непонятно, где эти у меня ледяные пушки и так далее и тому подобное. Ладушки, хорошо. У нас деньги есть, ребята? Да, у нас 6000. Могу я себе что-нибудь позволить купить? Что вот здесь нужно? Футман. Так, это будет копеечек. А почему, ребята, у меня один, только лишь паладин здесь шоркается? Можно я... ага, это я ему повышаю уровень. Да? Давай повысим. Да куда я могу? Ну, предположим, нифига себе, 17 уровень. У него дамага на 106 получается. А заказывать-то можно себе вот сюда? Вот я вижу, у меня ячейки есть, да? Для остальных персонажей, но почему-то пока не могу сюда никого себе поставить. Ладно, может быть, после обучения, если оно таковое и есть, нам все здесь объяснят получше, поподробнее. Ой-ой-ой, это кто? Ребята, это типа босса, что ли, какого-то? Так, давай тапать, 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 собирать. Хорош бомбить мой замок, слизень. Воу, 2 деревянных ящика мы заработали с вами. Слушай, плюс еще какие-то новые кристаллы. Ладушки, давай тогда
Что у нас тут, ребята? Открыть, конечно же, открываем. И смотрим, что нам здесь выпадает. Воу, выпала боевая шляпа. Хорошо, я так понимаю, это можно как-то все надевать, ведь верно? Так, легкие перчатки и, опять же, рубины и сафиры. Хорошо, давай, ребята, вот здесь мы. Да, смотрите-ка. Идентифицировать за 500 монет. Что такое? Минус 8% к здоровью летающих монстров. Вот так даже. Так, я могу это... Да, мы это, ребята, все надеваем. Я так понимаю, что... Подожди, Ага, тут выбор. Либо перчатки, либо шапку. Как-то несправедливо, я думаю, это, ребята... Так, секунду, больше у меня нету. А я эти могу объединять разные? Нет, к сожалению, разные рубины и сапфиры я объединять не могу. Так, хорошо. Мне бы, конечно, хотелось бы, ребят, ну, получить еще одного юнита. Ну, один паладин, походу... Ну, пока справляется, пока справляется. А вот сюда я что могу поставить? Ничего, да? Только могу улучшить. Хорошо, давайте улучшим. Все, я думаю, пока хватит. Шестая, ребята, у нас волна. Надеюсь, никакого слизня здесь не будет. Так, ну-ка. Нравится мне эта вот суператака. Удар паладина. Смотрите, тут можно вытащить даже себе слайма. Так, улучшим дамаг лучникам. Потому что они у нас стреляют. С башни денег тут дают много. Смотрите, за просмотр рекламы вы можете себе зарабатывать бабосики. Я пока, ребята, воздержусь от этого. Не время, чтобы смотреть рекламу. Тем более, если у нас тут пока еще идет обучение. Вау. Что же мы вот это вот внизу-то копим такое, а, ребята? Кто мне может это подсказать? Жалко, что игра, конечно, не на русском языке. Немножко меня это подбешивает. Так, объединяем. Здесь вот тоже, кстати, ребята. Нет, подожди, не то. Вот этот объединим. Я могу это все... поставить. Вот так вот. Так, здесь у нас что? Таланты. Ну, естественно, ребята, таланты нужно выучить. Опыт. 5% к бонусу опыта. Давай. Все, да? Чего-то не хватило. То есть у нас есть определенные очки, количество очков, да, ребята? Вот я одно очко потратил на опыт. Я думаю, что опыт нам тоже здесь пригодится. Восьмая волна, поехали. Так, это мы собираем все. Удар паладина. И вот это все, ребят, забираем. Ну, как-то все довольно простенько. Ну, все, ребята, просто простецки. Причем денег дают так много. Давай улучшим еще наших стрелков. Все, и... ворота. Ну, ворота, естественно, ребята, будут враги, наверное, пробивать, да? Я так понимаю, со временем. Но не в данный момент. Так, погнали. Бамс. Вот сейчас уже лучники нормуль жгут, если честно. Просто бомбическая сила. Виктори. Так, десятая волна. А сколько здесь вообще волн? Так, смотрите, ребята, хорошие новости, герой. Теперь тебе доступна башня какая-то. Так. Это что такое у нас? Кликни сюда, чтобы поставить торговый тент. Ну, давай. Строим. Ёлки-палки, тут еще и вот так вот, значит, все будет дело, да? Так, зайди, да, в торговый тент. Это что такое? Золотой копатель. А, тут еще и вот, смотрите. Ребята, они пошли, короче, копать золото. Все, я понял. Так, а я могу что-нибудь еще построить себе? Пока нет, тут у нас магазин будет, тут будут бараки. И улучшать, конечно же, сам вот этот вот замок себе маленький. То есть, вот получается, что в данный момент это наша деревня, а вот это наш оплот, да, где мы должны будем защищать якобы нашу деревню. Хорошо, я еще улучшу лучников и ворота. Ну что, так, погоди секунду, у нас... погоди, не надо так спешить. Покажи мне тут по гемам, что... Вот, я же говорю, что есть нечто такое, что мы можем... О! Слушай, а классно, я могу в любой момент достать эти алмазики, да, объединить и поставить их обратно. Это классно. Так, по-моему, какие-то другие враги, или мне кажется, нет? Ой-ой-ой-ой, это кто такой? Это что за... Ребята, это что за... Паладин, ты куда... Фу, мы его подбили. Это мини-боссик такой, да, я так понимаю, ребята. Какой-то летающий слизень хотел на меня тут, видите ли, напасть. Но не тут-то было, мы его быстренько наказали с вами. Давайте открывать деревянные сундуки и смотреть. Так, опять нам выпадает... Оу, бриллиант даже выпал.
Так, здесь что нам выпадет, ребятули? Кольцо бронзовое. Так, опять бриллиант и рубин. Это хорошо. Так, колечко я могу вот сюда поставить. Что оно делает, ребята? 6% к скорости копателей. Понял. А почему у него здесь, интересно, два вида оружия, ребят? Видите, он может носить два вида оружия. Так, если мы вот это с вами объединим, вот тут сделаем так, потом вот так. Вот этот... Погоди, а что такое? Почему ты не хочешь объединяться? Все нормуль, все отлично. Так, довольно пока все просто и легко, ребята. И интуитивно понятно. Так, уже какие-то смертнички тут прут. Автоскилл. Ребят, наверное, надо поставить автоскилл. И можно поставить также автобой. И можно увеличить скорость. Я, правда, не знаю, для чего здесь увеличивать скорость. По-моему, так все очень быстро. Так, автоскилл. Сейчас посмотрим, срабатывает он будет или нет. Да, ребята, он автоматически применяет скилл. То есть вот эту массовую атаку. Отлично. Нифига, какой рубин можно, ребята, сделать себе. Прикольный. Так, у меня, ребята, есть одно очко. Очко, давайте, наверное, мы улучшим. Я даже и не знаю. Ну, давай опыт, скорее всего, мне надо на опыт потратить. Так, в гемах. Постоянно заходить в эти гемы. Ладно, постоянно будем заходить. Вот так это можно сделать даже. Так, давай вот здесь объединим. Вот так. Круто. Это что у нас дает? Так, метеоритные башни, да? 12% дамаг плюс из пушки. Пушка у меня только одна. Я могу, естественно, ее тоже, ребят, прокачать. Но тут ячеек-то, смотрите. Тут вот ячейка есть, вот ячейка. То есть ячейки есть для всяких видов башен. Так скажем. Да уйди ты отсюда, ты мне мешаешь уже. Поехали, ребят, 13-я волна. Так, пока нормуль. Не понимаю я, когда мы вот с вами накопим полностью вот этот вот нижний ряд. Что-то моргает, моргает, что-то там копится. Что пока не понять. Давай, наверное. Так, ну, ребят, давайте посмотрим. Я не знаю, неужели только так вот можно прокачивать наши персонажи. Так, я посмотрел две рекламы. Экипировать. Ага, ну да, действительно, ребята, только лишь за просмотр рекламы. Ты представляешь, вот здесь вот 18 реклам нужно будет посмотреть для того, чтобы его перевести. Ну, в общем, короче, ребята, 5% к урону лучниками. И немножко он на 0,25 метров увеличивает радиус атаки. Так, подожди, это нам не нужно. Давай сюда посмотрим, что у нас за гемы. Так, желтеньких у нас еще не было. Ну что, поехали тогда дальше, да, ребята? Волна следующая погнала. Я так понимаю, у меня, наверное, один паладин тут будет бегать, да? Больше никого не будет. Один паладин должен тут защищать. Все. У нас еще и здоровье при этом есть. Я так понимаю, здоровье это наши ворот. Если оно закончится, естественно, нас пробьют здесь. Так, давай зайдем. Гемы должны быть. Так, раз. И все, что ли? Все, так кисло. Я вот это, кстати, могу сюда поставить. Во, так оно будет лучше. Что же нужно для того... постройте... гильдию героев. Секунду. Гильдию героев. Ну-ка, перейдем вот сюда, ребята, и посмотрим. Могу ли я, что нужно для того, чтобы поставить гильдию героев? Пока непонятно. Нужно улучшить до второго уровня. Для этого нужно нам... Ёлки-палки, вы издеваетесь, что ли? Ну, ладно, дерево я, может быть, найду. Но где вот таких вот мне камней настигать, я не знаю. Во, мы можем с вами вот что построить. Давай-ка вот здесь вот, наверное, мы влепим с вами. Вау, 5 минут будет строиться, короче, у нас, ребята, магазин. Хорошо, ладно, предположим. А мы с вами пока поехали на войнушку. Так, вау, какие-то уже новые, ребята. Тихо, тихо, ты куда ты разогнался, а? Воин скелетов. Вау, 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 ребят, смотрите, здоровье, 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 здоровье. Господи, забомбит. Уничтожить. Ты представляешь, в первый раз, ребята, я профукал. Вот так вот, а вы говорите легко. Нифига не легко. Дай-ка я улучшу, наверное. А, вот, смотрите, тут надо опять же за рекламу смотреть, чтобы мана регенерировалась быстрее и 10 здоровья к башне. Вот так вот, да, это все значит. По-другому вот никак не хотите. Именно вот через рекламу надо все это делать. Да, я лучше здоровье себе на башне вот таким вот образом увеличу. Хотя нам деньги нужны были, на самом деле, если честно, ребят.
Деньги нужны для чего? Для того, чтобы мы могли там прапать наш основной замок на второй уровень. После этого нам только дадутся новые какие-то возможности. Так, опять сейчас пойдет этот скелет, ребята. Готовимся. Вот он. Блин, автоскилл здесь вообще не в тему, ребята, был сделан на самом деле. Ну. Так, паладин бомбит. Бомби, молодец, красавчик, красавчик. Отбились, отбились, ребята. Все-таки не зря я улучшил себе ворота. Согласитесь с этим. Так, что у нас тут? Таланты. За каждого босса, я так понимаю, нам, ребят, дают таланты. Давай вот здесь, наверное, мы лучников улучшим. Максимально 3 уровня у них улучшения, да? Оу, сколько сундучков. Отлично, порадуй меня. Так, смотрите-ка, ребята. Новый какой-то доспешек нам выпал. А что здесь? Меч, наконец-то мне дали какой-то меч. А то я вообще, по-моему, без оружия бегаю, да? И здесь кольцо. Аметист, в общем, всякие камни. А здесь? Вау, амулетик мне дали. Ребят, естественно, естественно, сразу же будем. Так, интересно, что лучше? Ага, 7% к здоровью воротам. Слушай, давай, наверное, вот это вот мы наденем с вами. А здесь нужно идентифицировать. Так, 20% к дамагу в ближнем бою. И автоманно 9% накопления. Сгодится. Так, давай, наверное, вот это вот с вами тоже идентифицируем. 7% к урону всех юнитов. И минус 3% по летающим монстрам. Кстати, можно вот это вот, ребята, то ли улучшить. Видите, 25 вот таких вот камней нужно. Тогда у нас повышается, наверное, звездность или что-то типа того. Опять же, нужно будет все это, ребят, смотреть. Давай-ка колечко мы с вами проверим, что это такое за кольцо. Так, 2% к автомане и 16% к скорости копателя. А здесь у нас, конечно, лучше вот это ставить. Оно и зеленое, ребята. Так, погоди. Что? Давай, вот так вот еще будет мне тут капризничать. Ну что, ребятули, давайте. 16-я волна у нас. Так, бомбическая сила. Автоскилл, ты будешь работать? Работает. Ой-ой-ой-ой, сколько вас тут много-то? Лучники, не сдаемся, братули. Молодцы. Так, ревард, ребята. Мы с вами получаем понемножку вот эти вот кристаллики, которые нам нужны, да? Где они тут отмечаются? Вот они. 200 штук, это максимальное, что я могу с собой носить. Ох, сколько камней. Так, погоди, не выеживайся. Давай мы здесь вот так вот все это дело объединить. Так, фиолетовые камушки, естественно. Тоже до 4 уровня поднимаем. Красные. Красные пока в сторонке постоят. Так, вот здесь. А, не хватает маленечко, да? Слушай, тут еще и черные камни. Слушай, ну уже хорошо, ребят. Уже потихонечку что-то допетриваю. Так, давай-ка мы улучшим себе нашего паладинчика. Конечно, хотелось бы новых каких-то персонажей, но вы сами прекрасно видите, что нужно построить гильдию. Гильдию наших вот бойцов. 47 секунд, скоро завершится. Так, что такое? Это максимальное. Вот здесь я могу прокачать. Давай сделаем, ребята. Тоже максимальное. То есть железо и золото добывает по максималке в данный момент. Чтобы мы, наверное, смогли с вами улучшить, нам всего лишь нужно 5000 монет. Это до 2 уровня. Хорошо. Сейчас, ребята, построится магазин. Мы с вами, конечно же, зайдем в него, посмотрим, что там у нас в магазине интересного будет продаваться. Если вообще что-нибудь будет продаваться. Йо! Голем, голем, ребят, голем какой-то идет. Так, давай, 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 автоскилл. Ну, где там, где, ну, накопись, пожалуйста. Хотя мы разбомбим их. Отлично. Я вот не заметил, вот эта пушка, она хоть вообще работает или нет? Или так, просто там для красоты находится. Зачем я ее тогда ставил? Так, ворота. Естественно, ребята, улучшим. Улучшим также наших лучников. И посмотрим, что у нас тут по гемам происходит. По гемам пока ничего, ребят, хорошего нету. Поэтому, наверное, стоит Подожди-ка, давай-ка мы глянем. У нас же там построился магазин. Так, что он дает? Он дает нам... А, вместимость, короче, железа и древесины. Это, ребята, не магазин, это у нас склад. Сори за мой английский, вообще в нем не шарю. Это наш склад, поэтому всего лишь 180 единиц в плюсе прибавляется. Так, ну здесь нужно... Да, понятно все. Здесь много чего нужно, много каких ресурсов. Поэтому, ребят, поехали, 18-я волна. Опять големы. А что, големы уже будут теперь как эти? Как обычные гости сюда заходить, да? И буянить мне.
Нет, ребят, пушка бомбит, смотрите, ядрышками там потихоньку, полегоньку, но подстреливает их. Слушай, а почему не могу, например, сюда поставить какие-нибудь башни? Так, level up. Это к чему вы сейчас мне показали? Level up. Я не понял, если честно, к чему вы это сейчас мне продемонстрировали, так скажем. Так, давай вот это вот мы все дело Что? Не надо мне никакой инфо. Я и так все прекрасно понимаю и знаю. Все, больше ничего не могу сделать, к сожалению, пока. Так. Давай-ка сюда заглянем быстренько. Так, сколько? 100 тысяч нужно. 100 тысяч, у меня пока 19 тысяч. Это то есть я, ребята, должен копить бабосики здесь. А давай вот это вот... Ага, древесину. Конечно, ребята. И давай поднимем до второго уровня нашу, так сказать, мастерскую по добыче наших шахтеров и лесорубов. Ну что, ребята, 19-я волна, я готов. Я готов. Тут можно, ребята, автобой, я уже говорил, да, поставить, чтобы они в автоматическом режиме тут бились. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, что творят, а? Ироды. Ах, вы лучники паршивые. Нормуль. Реворд неплохой, 19 тысяч плюс 2 древесины. 2 древесины, мало как-то. Я буду тут до посинения, ребят, таким темпом копить. У нас есть одно очко. Давайте, наверное, улучшим полностью наших луч. Оу! Ах, так тут древо, оказывается. Ё-моё. Смотрите, ребята, у нас будут следующие... Это у нас футманы. Хм. Футманы, это уже хорошо. Так, улучшаем ворота, улучшаем себе лучников. 20-я, ребят, волна. Ну, точно, големы уже просто идут сюда, как это... Как к себе домой ходят, ёлки-палки. Ой, это еще что за чепушил-то? Ой, смотрите, ребята, ой-ой-ой, база моя расчекрыживается потихонечку. Да лучник-то вы будете бомбить этого. Ну, давай, ну совсем чуть-чуть, это босс, ребята. Это босс, мы его оглушили. И такс ему. Фух. Так, два деревянных сундука. Дайте мне хоть какие-нибудь бронзовые там или еще что-нибудь. Или шиш мне с постным маслом. Дадут, давать будут до потери пульса деревянных. О! Так, дубинушка у меня какая-то, ребята, выпала здесь, как вы видите. А здесь что? Колечко, сапфир и аметист. Ну, о, можно дубинку, ребята, кстати, идентифицировать. Давай, проверим. Так, 9% ближним миньонам атаки. И плюс 16, даже 0,16 к скоростью ближних бойцов. Так, а здесь у нас что по сабельке? Да я даже не знаю, ребят, если... А можно вот сюда поставить? Оу, ха-ха, вот так-то будет лучше. Так, дай-ка мне, пожалуйста, колечко проидентифицировать. Так, 5% к урону всех героев и 18% к скорости копателей, добытчиков наших, да? Ага, конечно, наверное, будем, ребята, вот это колечко ставить. Ну-ка. 2% шанс. Мне не надо. Вот я думаю, что вот это 5% к боевке. Слушай, они написали милишники. Я пока, ребята, использую дальников. У меня только лучники. Видимо, футманы это и будут следующие роды войск, которых я смогу потом нанимать. Так, секунду, что у нас тут? Я уже запутался. Все ли у нас тут хорошо? Объединить ничего не могу, да? Пока, да, не могу ничего, ребята, объединить. Ну что, давай рискнем. Ой-ой-ой, уже черные големы какие-то. Это, видимо, усилие. Да блин, одна башня, ребята, она не справляется. Вот эта вот башня, которая бомбит ядрами. Сейчас чувствую, хана моей базе будет. Ну, пух, оглушили. Смотри, в чем проблема, ребят. Проблема здесь в одном, вот в этих паршивых лучниках. Эть, мы успели их забомбить. Слушай, ну уже на пределе, это уже на грани, серьезно вам говорю. То есть чуть-чуть бы прозевакал и все, что нам для этого нужно. Конечно, мы можем с вами улучшить ворота, да, но... Постройте барак. Я бы, конечно, с удовольствием бы построил барак, но, по-моему, там еще все довольно кисло. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Полторы минутки остается, я ведь могу, да, ребят, я могу улучшить себе склад. Тоже 5 минут. Хорошо, что это делается, ребята, в паре. А то во многих играх, пока вот это не улучшится, да, ты не имеешь права что-то другое заказать себе на улучшение. И это вот мне нравится. Так, сколько нужно тут? 100 камней и 100 древесины. 100 камней и 100 древесины. Дудки пока. Слушайте, потом еще будут вот такие вот камни нам где-то с вами выпадать, судя по всему. И в данный момент у меня, видите,
по одному копателю, добытчику из пяти. Максимально по пятерочке можно делать. Так, а построить я могу себе что-нибудь? Тю-тю-тю-тю, я могу. Нет, ребята, пока ничего не могу. Для барака нужно 30 камней и 30 древесины. В принципе, ребята, они, видите, да, потихонечку добавляют, прибавляют нам. В принципе, можно себе поставить барак. Но я думаю, что этим мы с вами займемся в следующей серии. Если она будет. Как говорится, ребята, все зависит от вас. Если вам игра понравилась и вы хотите видеть продолжение этой игры, то голосуем, ребята. Точнее, даже не голосуем, а лайкаем и комментируем. Понимаете? Вау! Гем 5 уровня. Торнадо. Интересно, а где такая башня Торнадо? У меня нет ее, ребята. Но для этого нужно повысить ее до 2 звезды. Так. А как узнать, ребята, что мы ее можем, например, улучшить? Сюда, видимо, что-то еще можно будет поставить, да? Ведь так? А-а-а, тихо. То есть я могу... Все, ребята, я теперь понял. Вот она, Торнадо башня. А что для этого нужно? Опять же, ребята, нужны камни. Опять же, нужна древесина. Четко. Я надеюсь, что здесь офлайн режим есть. То есть, если я выхожу, да, у нас все равно наши рабочие будут это все дело, ребята, добывать. Мне, по крайней мере, хоть... О! О, вот это вот... Это я понимаю. Вот это дело. Видите, ребята, теперь у меня уже по 2 рабочих. То есть, максимальное количество прокачки вот этой вот... Тена этого до 5 уровня. Естественно, ставим сразу на улучшение. Все, потихонечку разбираюсь, ребята, потихонечку разбираюсь. Единственное, что мне непонятно, будут ли у меня здесь еще герои. Но я думаю, мы с этим тоже скоро с вами разберемся. Так что, дорогие мои друзья, всем пока, всем удачи. Ставим лайкосики, комментируем. И если все удачно, мы дальше продолжим играть в эту игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.